17 августа 1944 года наши войска вышли к границе с Восточной Пруссией и проводили успешные бои по расширению плацдарма на реке Висле. Наступление велось по всем фронтам, с каждым днем приближая заветную победу. 17 августа 2021 года жители Химок собрались в новом сквере, чтобы почтить память героев. Концерт посетили и лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» – Елена Андреева, Татьяна Кавторева, Александр Якушин, Инна Монастырская и Галина Болотова. Сегодня мы присутствуем на мероприятии в микрорайоне Новогорск в рамках проекта «Герои Химок». Это проект, который был организован идеями самих химчан, одной из их социально значимых инициатив. Сегодня 1153 день войны, идем на Берлин. Сегодня у нас очень интересное место, сквер благоустроенный, он рассчитан для старшего поколения и для детей. Юные артисты прочитали химчанам стихотворение и исполнили как современные песни, так и песни военных лет, которые напомнили жителям о трагических и в то же время великих событиях, выпавших на долю наших предков. Вы знаете, благодаря движению общественной поддержки у нас в каждом дворе теперь могут пройти подобные мероприятия, на которых сегодня я с радостью принимаю участие, потому что каждому человеку, людям в каждом дворе очень важно помнить и чтить историю и память того, что было с нами ранее. Чтить тех, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом. Добрая традиция посещать патриотические концерты пришлась по душе химчанам. Дети танцевали вместе с родителями, а старики тихонько подпевали артистам, порой вытирая слезы. Такие мероприятия проводят в парках, скверах и даже во дворах многоквартирных домов, чтобы каждый желающий смог поучаствовать и почтить память тех, кто день за днем приближал долгожданную победу.